Всем привет, с вами Илья. В этом видео хочу показать вам свою самоделочку новую. И это истребитель Джея. Киберистребитель, можно сказать. Потому что я его сделал по 12 сезону. Здесь мы видим, Диджи Джей сидит. Неоновые элементы, вот выхлопные пиксели сзади, крылья, такие вот детали из 12 сезона, цвета Диджи Джея, синий основной цвет Джея, белый в сочетании с белым и черный с добавлениями. Как раз таки неоны в Италии. Это моя самоделка, я ее выдумал. Выходил набор в 2020 году, в первом полугодии по Prime Empire, где там был истребитель Джея и мотоцикл Ллойда. Там был истребитель Джея подобный, но я собирал по-своему. Выдумал и собрал для Джея вот такой вот транспорт. Давайте быстренько посмотрим функции. Ну, тут функции нет, скажу сразу. Просто из подвижных элементов здесь двигаются вот эти крылья. Вот так вот складываются и раскладываются. И вот эти флажки двигаются. Вот так вот. Могут отгибаться. И, кстати, вот так вот летать может. Например, ну, для полета там как-нибудь могут пригодиться. Либо же наоборот вот так вот поднять. Либо прямыми сделать. Вот, например, стоит. Да, взлетает. Опустить. И так он летит. Ну, можно представить. Тут уже фантазии. И вот этот подвижный элемент. Ну, он двигаться не должен. Просто наклонная деталь создает такую форму. Старался я учитывать стилистику кибермашин, которые уже выходили. Ну, например, в наборах. Некоторые фишки брал, структуру транспорта, форму и, конечно же, цветовые решения, выбор деталей. И вот что у меня получилось. Ну, давайте еще снизу посмотрим. Снизу довольно гладко. Давайте сниму отсюда Джея и покажу кабину. Место для пилота, для Джея. Здесь руль управления – это геймпад. Такая фишка в транспорте Ниндзя по 12 сезону. Я ее здесь тоже сделал. Мне она очень понравилась, эта фишка. И тут я ее в своей самоделке тоже сделал. Решеточки. Ну и, собственно, сюда садится Джей. Спинка белая. Наклонные детали. Ну, не наклонные, а скосы. Детали скосов. И этот геймпад можно снять отсюда, добавить к нему цепь с лезвием, с киберлезвием, и дать в руку Джея. И он может сражаться. Ну и также обратно присоединить геймпад. Сюда садится Джей. Геймпад опускаем, и он летит. Вот так вот. Мне нравится моя самоделка. Она приятно выглядит. Она не такая сложная в конструкции. Небольшая, но приятная, согласитесь.
красиво выглядит, на полке будет клево. Я недавно собирал комбинацию из наборов тропический багги Ллойда и реактивный самолет Кая. Такую вот машину я собрал для Кая. Тоже в 12 сезон подошла бы. Под стиль 12 сезона. Расцвет империи. И посмотрите. У меня два кибер-ниндзя и теперь у меня есть два кибертранспорта. В одной стилистике. С белыми элементами. Цвета каждого ниндзя. У Кая красный, у Джея синий. Неоновые элементы. По-моему, выглядит здорово. Вот в сочетании вот два транспорта так поставить, и можно какую-нибудь атмосферу, сценку составить. Вот на полке я сделаю это. Вот. Клёво смотреться будет. Машина и истребитель. Прикольно. Да. Еще раз внимательнее давайте посмотрим на истребитель Джея, который я собрал со всех сторон. Крылья широкие, здесь сзади двигатель уж. Здесь детали мечей неоновых отлично сюда вписались. Красиво выглядит. Неоновые детали, вот прям вишенка на торте в технике ниндзя 12 сезона. Вот эту деталь можно убрать. Ну и будет просто, например, стоит истребитель. Ну а когда взлетает, можно обратно вернуть эту деталь. И как будто вот такой след остается, когда летит быстро очень. Такой кибер-след из пикселей. Выхлопные пиксели, можно назвать. Такая вот классная самоделка. Вот так вот поставлю их рядом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!